З вами програма «Ти зможеш». Вітаю! Сьогодні на нас чекає маса дивовижних трюків та екстремальних емоцій. Сегодня мы на необычном мероприятии, на фестивале здорового образа жизни, где в поединке встретятся представители самых разных спортивных направлений. Мероприятие проходило в стиле живого состязания. Спортсмены были одновременно и зрителями, и участниками шоу. Организаторы фестиваля собрали под одной крышей турникменов, акробатов, брейкеров, капоэристов и трейсеров. И каждый показывал свои умения, вызывая аплодисменты и удивление зрителей. На турниках свои умения показали представители течения стрит-воркаут, они же турникмены. Вообще воркаут – это уличный спорт, но в формате зимнего фестиваля ребята провели показательную тренировку в помещении. И вам не скучно ли заниматься? Вот просто ты и турник. Раньше бывало и скучно, но сейчас у нас очень часто сборы. У меня появилось много друзей, которые тоже занимаются. Мы можем договариваться и когда угодно встречаться и заниматься вместе. Ну, к тому же на сегодняшнем мероприятии явно не заскучаешь, правильно? Да, это да. Какие изменения у вас произошли после того, как начали заниматься именно воркаутом? Ну, повылазило чуть-чуть. Это все естественно? Да, без каких-либо добавок. За сколько времени у вас получилось приобрести? Вот ну, я занимаюсь уже долго, и у меня быстрый обмен веществ, мне тяжело набрать массу, но рельеф у меня давно уже. Капоэйра – это совсем новое в нашей стране спортивное направление. Оно сочетает в себе элементы бразильского национального боевого искусства, танца, игры и акробатики. А представители капоэйры оказались очень жизнерадостными и полностью увлеченными своим направлением. Это единственное искусство, в которое вошло то, что не войдет никогда в другие рамки. Оно взяло от музыки, от акробатики, от боевого искусства, всего так по чуть-чуть себе нагребло, отошло в сторонку и пошло своей дорогой. Почему ты считаешь, что твой стиль лучше, чем все остальные представленные сегодня? Он не лучше. Мы здесь не соревнуемся, кто лучше, кто хуже. Мы здесь просто отдыхаем. Это зима, сейчас очень трудно, нет никаких ни соревнований, ни фестивалей. Спортсмены реально скучают, они сидят дома и обрастают жиром. Это очень плохо. Поэтому сделали такой фестиваль, на котором можно прийти, можно отдыхать. Как бы, ну, мы здесь отдыхаем. И мы соревнуемся, здесь нет судей, если вы заметили. Кто был лучше, определит толпа. Но все-таки, какие эмоции ты получаешь, занимаясь капоэйрой? Только самые-самые положительные. Это же это ритмы, это веселье, это музыка, это драйв. Ну какие могут быть эмоции? Я не сижу. Это не капоэйра. Это не капоэйра, это вот там вот отдельно. Капоэйра это ух! Это весело. А увидев этого участника, мы не сразу догадались, какое направление он представляет. Оказалось, что парень забыл свой настоящий атрибут, а замену ему нашел прямо в подсобке спортзала. И это не помешало ему достойно выступить на фестивале. Владислав, а ты какое направление представляешь на фестивале? Ну, в принципе, это как бы все смешанное. Я занимаюсь и тэквондо, и фаер-шоу. Ну, я не знал, что я даже выступать буду, и нашел тут в кладовке это швабра, которая окна тут моют в спортзале. Это действительно обычная швабра? Да, это действительно обычная швабра. Она разлаживается, она длинная просто. Вот он, спорт доступен всегда и везде. Берите швабру и тренируйтесь. Нет, если сильно захочешь, ну, как бы... Не, я просто проиграл, я сильно переволновался, и она распалась вся, короче. Ну, ты меня сейчас научишь супер упражнениям с помощью обычной швабры. Ну, супер не научу, ну, как бы базовым могу. Перекидывай, оставляй. Перекидывай, оставляй. Не, нет, рука остается вот так постоянно держит. Вот так?
Я швабру умею использовать. У меня мама тоже ее так. Вот, правильно, да. Вот, руки, знаешь? Да, правильно. Ой. Вы видите, очень веселый спорт. Отличный. Я беру эту швабру себе. Девушек, принимающих участие в фестивале, было совсем немного. И одна из них отличалась легкостью и грациозностью выполнения сложных акробатических трюков. Таня, а какое направление ты представляешь в батлах? Я буду представлять направление акробатику, элементы спортивной гимнастики в основном. А что тебе нравится именно этот стиль? Он очень динамичный. Он граничит немного вот с риском, даже для жизни иногда, потому что вот ходит парень с перебинтованной шеей, уже свернул шею. Это очень интересно, это заставляет чувствовать такой адреналин, такой прилив энергии, сил, что от этого просто невозможно отказаться. Рейсеры демонстрируют искусство паркура, быстрого перемещения и преодоления различных препятствий. На улице ребята упражняются на перилах, парапетах, на стенах домов. Но здесь они показывали головокружительные трюки просто на ковре. Это очень неординарный вид спорта. Он именно развивает тебя, он больше для души, чем для тела. Ты сам себе строишь дорогу и сам по ней идешь. То есть она может быть как сложная, так и легкая. Ты ее делаешь сам, ни от чего не зависит, то есть ты ни с кем не соревнуешься. Это просто для тебя, вот в этом вся суть. Самое любимое место тренировок? Самое любимое – это набережная наша. Там очень много препятствий, именно, во-первых, стойких, они никогда не поломаются. И множество из них, они очень близко расположены друг от друга, и это придает азарта. Что вам эмоционально дает вот именно паркур? Это только те люди, которые занимаются, могут понять это. Вставленный наушник в ухо, широкие штаны, ты бежишь и просто наслаждаешься жизнью. Ну, преодолевая там даже несложные препятствия, это просто поднимает настроение. Ну и также поднимает физическую подготовку. Денис Минин – главный организатор фестиваля здорового образа жизни. Этот человек уже несколько лет пропагандирует движение стрит-воркаут и не только говорит об этом. Он на своем личном примере показывает, как можно добиться поставленных целей не только в спорте, но и в жизни. Денис, откуда возникла идея проведения вот такого мероприятия? Все очень просто. Популяризация здорового образа жизни среди молодежи и не только. Соцсети, компьютер, интернет поглощают нашу молодежь. Их надо выводить на улицу, надо выводить в залы, надо заниматься, оздоравливаться. К нам входят все абсолютно направления, все экстремальные и неэкстремальные виды. Фриран, паркур, КПР, трекинг, все абсолютно. Вот сегодня на фестивале присутствует у нас 5 направлений. Впервые в мире прошел такой фестиваль, в котором были объединены все разные виды спорта, но они участвовали не отдельно, а устраивали дружеские батлы, это Battle Mix Fest. То есть они соревновались между собой. В продолжении фестиваля спортсмены устроили череду настоящих дуэлей, батлов. Их особенность была в том, что на ковре сражались между собой представители разных течений. Спортсмены выходили на площадку парами и поочередно демонстрировали свое мастерство. А победителя в каждом поединке выбирали по количеству зрительских аплодисментов. Все мы помним русскую забаву «стенка на стенку». Сегодня здесь будет происходить примерно то же самое, только в командах представители абсолютно разных стилей. В завершении фестиваля все участники, разделившись на две команды, продолжили спортивные баталии. Теперь свою силу и ловкость ребята показывали, исполняя трюки и упражнения всей команды. Действовали они очень слаженно, так что зрелище удалось на славу.
что в одном зале собралось так много спортивной и активной молодежи. Это еще раз подтверждает наше стремление к здоровому образу жизни. Какие ты эмоции получаешь от того, что ты занимаешься именно воркаутом? Я получаю от этого кайф. Мне это нравится. Я кайфую от этого, как ну, некрасиво будет сказано, как наркоманы, да, тащатся от наркотиков. Я тащусь от спорта. Я тащусь от того, что меня прет, от того, что вокруг меня здоровые, сильные ребята. Я, например, не хочу быть там суперкачком. То есть как можно остановиться? Какие тренировки для девушек? Вот как раз чем хорош воркаут. Тем, что наши девушки, которые тренируются у нас, они становятся стройными, подтянутыми, красивыми. Но нет излишеств, о которых вы говорите, там бицепсы, трицепсы большие, там пресс явный. И для девушек мы разработали специальную программу. У нас есть команда Street Girls, которая к нам присоединилась в прошлом году. Мы тренируемся, и с каждым днем девушек все больше и больше к нам приходит. Все, Денис, я готова к тренировке. С чего начинаем? Приступим к самому легкому, несложному элементу из воркаута для девушек. Отжимаемся и в эту сторону поднимаем руку вверх. Зафиксировали, постояли, опустились, отжались. То же самое, только очень быстро. Раз, зафиксировали. Я сейчас к тебе присоединюсь. Я филоник. Я очень быстро делаю. Ну, как для начинающего пойдет? Да. Хорошо. Турник. Вот несложный элемент для девушек в воркауте – это горизонтальное отжимание. Как раз этот элемент хорошо подходит девушкам для того, чтобы развивать статику свою. Вот подтягивания и вот такие горизонтальные подтягивания. Можно ноги в уголке, можно прямые, как удобно. Ты серьезно имеешь в виду, что это легкое отжимание? Давайте пробовать. Давайте пробовать. Так? У меня получается. Ребята, спасибо. Денис, я хочу попробовать сделать красивый элемент, который вы показывали вдвоем с другом. Да, это называется элемент флажок. Это силовой очень сильный элемент для подготовленных воркаутеров. Но мы попробуем его сегодня с вами сделать. Беремся за рукоятки шведской стенки и подаваемся вот в таком направлении. Ну, это делаю флажок, совмещенный с лестничкой. Хорошо. Я сейчас пробуем. Легко это сделаю. И пробуем поднимать корпус вверх. Давайте я вам буду помогать. Давайте в ноги. И вот так поднимаемся. Вот так. Ой, как я умею. Здорово! Я себя даже сильнее почувствовала. Отлично. Як ми з'ясували, для сильних духом неможливого немає, а варіантів здорового способу життя маса. Тож вибирайте. До зустрічі за тиждень. Більше 18 я не зробив. Больше 25 раз я не сделаю, поэтому извольте. Еще один контрольный. Я смогла это.